Серка, нужен пулемет. Серка Фокс погиб. Не будет у нас пулемета. Ребят, играем получше. Да, да, я не пойду никуда. Да ладно. Попал? Откуда? Откуда прилетело? Бошка прилетела откуда-то. Ребят, успокойтесь. Так, за машину не кидайте. Сейчас бы не в заводе гранатами бросаться. О, справа! Какая козлина! Апельсинки у него, апельсинки. Я видел твою апельсинку, она меня на другой свет отправила. Мои хоть без витаминами снабжают организм, а твоя осколками. Ну, падла, ты мне что-то хочешь. Иди сюда, где ты стоишь? Сейчас будет противостояние. Сейчас будет жесткое противостояние. Апельсинка. Мысли, башка. Апельсинка. Вот отдыхай. Все, моя лестница. Я царь горы. Ну я ж тебя найду. Откуда? Откуда? Давай. Поищи таких, как я еще. Ну здравствуй, вот он я. Ой, вернись. Вот он я. Нет хуже врага, чем твой напарник. Да, который гранатами к нему кидается. Прямо в бошку. Представляете, я сижу за низким прилавком, он подходит сзади, у меня, я руку над головой выставляю с ружьем, ну, с пулеметом, и прямо в бошку так. 4 патрона засадить. А вам слабо? Отчасти да. Где они все? Че, убил? Еще 21 гривен. Выжил и убил. Клево. А кто рядом со мной? Наверху. Я в серверной. По-моему, сюда сейчас еще припрутся, нет? Не надо целиться в голову. Не надо никуда идти выяснять. Кажется, меня с нескольких сторон зажали. Я чувака не увидел перед собой. Серка, ты что делаешь? Я офигею! Стоит офигею! Двое проходят. Такие два нубанки. Дын-дын-дын-дын-дын. Пойди посмотри, кто это. Все, гранат нету. Вот это я понимаю. Невнимательно. А там, что это было? Синий экран. Так, кушаю апельсинки пока. А, ну вот видите, благодаря мне миссия выполнена. А я только 4 убил, да?
Вот я лох. Карту меняй. Чё там про благодаря тебе говорил? Нате. Давай. Опа, театр. Будем просвещаться. Блин, давно в театре не был. Я тут давеча в театр ходил, да. Чё, только вместе? 45 артистов вместе? Видел. Ну, мне как бы убирать неохота, конечно. Блин, у меня мышка не работает. Ну это ж здорово. О, все работает. Зато у меня буква Q работает. Самая опасная кнопка. Че вы там без меня справляетесь? Вы там держитесь. Тебе надо было вопрос по-другому задать. Со мной не справляетесь? Да, ё-моё. Нифига они тут за всякими турками прячут. Да, мы, короче, вот там. Я в ложе Бенуа, если что. Сейчас подойду. Писсуарь? Твою мать. Апельсинкой подавился. Сзади. Где здесь фонарик какой-нибудь? Я с карты изучить надо. О, Андурка, тебе снайперки не хватает здесь, да? Ой, красивый, слушай. Оркестр, блин. Бегают тут всякие. Это я его убил. Ты куда? Я это в себя. Кто куда, а я на сцену. Ох, блин, тут уже занято. Вижу. Стоям. Да чё-то стреляет сильно все. Я их отвлекаю. Лифт, не выползай. Я сейчас гранату брошу, отойдите все. Руки тоже не выползай. Я пошел. Там никого нет, там никого нет. Че, все что ли? Зря я прицел включал. Что за глюки? Там кто-то что-то слышал, и стоны такие. Это был удар с большого расстояния, а потом кто-то меня съел. Стоять полиция. Ой, Серка, привет. Проходи. Там Андора убивает, поэтому мы туда лучше не пойдем. Я тогда с сцены не добрался, блин. На всякий случай. Не знаю, я в гримерочной сейчас. Все? Все? Ни хрена манекены детализированные. Угу. Получи по яйцам. Вот это старье стоит. Понятно, что это театр. А юж дивизию, тупая граната! Ух ты, попал кого-то. Сережка, стреляй! Да, пошел! Да как так-то из этого прицела стрелять? Я по нему попал. Да ёб твою мать. Сзади появился. Не, Ливыч, это уже перебор, честно говоря. Даже не матерный. Андрюх, гости. Упс. Не удалось. Вот вы лохи. Смотрите, как играть. Какая точность с пулемёта. Смотрите, у нас у всех звания одинаковые. Все молодцы.
дверка покачалась. Андор, пошли налево. А что там налево? Ну что там налево вас тянет? Да, по бабам. Дилетанты. И что нам делать? Сейчас я подожду, когда вас убьют. Что нам делать? Спецназовцы такие, что нам делать? Я дрепану террорист, что нам делать? Домой пойдем. Блин, изверги слева. Слева, по-моему, справа. Андрюх, это к тебе. А мы с Андоркой слева, блин. Андор, не туда ты гранату кинул. Ну хоть не в себя вернулась. Я гранату бросил, берегись. Так, сейчас у меня житоха бандюгана подкачать немножко, а то нифига не вижу в этой черной пелене. Мы к вам приехали. Спасибо. Ну что, в театр пойдем просвещаться? А, ты туда пошел? Ну ладно. Так, такое себе просвещение. Два хедшота с пулемета? Нормально. Ух ты! Да нет, как он сверху? Ну, блин! Да. Эта игра не прощает ошибок. Налево пойдешь, направо пойдешь. Конем пойдешь. Да как? Кто стреляет? Сзади, сзади идут. Лемминги идут, лемминги. Ух, опаля. Ой, убил. Однако разрушаемость. Серка! Я попал? Попал. И не говорит, что я никого не убил. Ну ты попал. О, Ирка. А я прибор ночного видения нашел. На X. Прикиньте. Спецназ. Ох, нифига там пулемет мне. А толку от этого прибора? Че, заходишь, там чувак. Если бы этот прибор спасал от пуль, было бы неплохо, а вот... Задолбали. Я повезло, я хотел в твою сторону гранату бросить. Да нас тут много. Блин, я же так напугаться могу, блин. Так, осталось еще 19. Держите, пацаны. Я дочищаю апельсинку, они очень сладкие просто. Пока Серка ест мандарин, можно играть спокойно. Так, я пошел за Люкзом. Ах! Не убили. Понимаю, Сань. У меня такая же жопа. Да можно перезарядиться. А, чья это задница? Тихо. Покупа. Где там будем? Задница? Тут дверь открыта. Непонятно, сзади же никого нет. Есть, фу, блин! Есть, сзади есть. Есть граната. Андор, я тебя даже не видел, где ты. Ты чё, а, ты пошёл за нами и нас же убил. За нами пошёл нас же убить. Серка, привет. Огневая помощь нужна? Патронов много. А прессинг есть? Скажите мне, кто рядом с Серкой? Я. Он. Беги, глупец. Чувак. Ура! Много чуваков. Был. Блин! Ты это видел? К сожалению, нет.
Да блин, я же стан. Ты что, свалил, что ли? Конечно, я наверх пошел. Что-нибудь тебя поднимать? Там, ты там меня просто играешь. Это. Началось вторжение. Чувак с веревки. Чувак вот там с балкона. И чувак, да, прям из-за двери. А, это Андорка. Угу. Так, трое еще осталось. А, это Андорка была. То есть, смотрю, хотел сказать, Андорка за тобой ползут. Ищите в туалетах, они там реально боятся. А, вижу, вижу. А вы картой пользуетесь? Это не серка там в тебя стреляет, интересно. А, вот как раз наверху. На серку похоже. Серка, да попади ты в него. Я тебе говорю. Кривой. Все, там свой. Какого хрена? Я хочу тебя убить. Где ты, падла, когда убил? Крёстка. Я тебя вижу. И. А я о, чувак, справа, серка, справа. Вижу. Вылазь давай. А я на пианино играю. Вылазь давай, только гранату кину. Ой, не попал. Интересно, она к тебе пойдет? Нет, наверное, пойдет к тебе. Сейчас такой из-за спины придет. О. Значит, его там нет. Так, непорядок. Это ты что, стрим палишь, что ли? Да нет, я просто за тобой слежу. Так, товарищи. Ла-ла-ла-ла-ла. Где этот последний? Молдон шикарный. Вот был там, где сейчас серка. Значит, что серка либо за спиной, либо в коридоре. Да. Своих убивает, а врагов нет. Дверь разнес, конечно. А, умри, умри, сука! Ты заметил? Я ни одной пули не выстрелил. Так вон она, Андорка. А ты меня расстрелять хотел. Не выпусти его оттуда. А там серка к нему идет. Ага. Есть. Вот так. Молодец, вот. Сережка. Возьми с полки пирожок. У-ху! Вот так. Весомый меня, аргумент. Короче, партизанский камуфляж выдали, осенний камуфляж. Мне тоже пустые. Русский камуфляж. Давно. Ребята, я это звание уже сменил. Так, давайте заключите на ее. Там мы сложим 50 врагов поставить. Или 100. А вы слушаться будете или нет? У меня какое-то неправильное оружие. Пулемет и автомат. Что там, карта меняется, да? Нет. Карта меняется, но реалистичная игра. Враги умнее и быстрее реагируют, целятся в голову и не дают вам второго шанса. Завязывай. Не-не-не-не. Нас тебя хватает. Да-да-да. Вот кто бы говорил, кто. От чьих рук погиб первый напарник, а? Кто положил эту традицию? А кто его продолжает? Ну, традиция для того и традиция. Ну что, открыл? Ну, заходи. Открыл. Нет, я поставил. Давай, блин, по башке от двери. Ваш пору. И еще живые? Да. Присел. Молодец. Заходишь такой, смотришь чувака с дробашом, умираешь. Да, вижу. Иди ко мне, быстро, народ. Ой, прям все. Ой, все. Ой, нефиг сдохнуть. Тихо, аккуратнее, там сейчас ползу. Ну ладно. Да вроде нет никого. Что-то их многовато. Так, ты-то откуда? На линии огня, кстати. Я целюсь прям тебе в голову. Вот сейчас нормально, вот сейчас вот стой так, я так могу стрелять. Так, кто там один стоит у тебя за спиной, чувак?
Это Ливс. Кто-то за спиной у нас был. Так, хары с гранатами. Все, снимите. Девушка боится гранат. Ой, слушайте, а мы же здесь были. Блин, что я напутал карту? Ну я, по крайней мере, врагов побольше. Да! Ага. Да. Пац! Андрюша, стрелять надо, а не бежать. Патроны кончились. А, чё, почему мы убиты? Это фиаско, братан! Где респауны? Реалистичный мазафак. Какой реалистичный? Все одновременно погибли в этой метке. Да. Чё вы одновременно погибли? А, ну вы толпой ходите. И друг друга стреляете. Блин, не дают оружие. Сейчас гранату прямо здесь брошу и посмотрим, кто тут толпой бегает. Я псих неадекватный, дайте пройти. Минус один, пацаны. Минус один. Для кого? Ну я гранат, по крайней мере, кинул. Че ты ржешь? Привет. О, убивают. Не люблю насилие. Чувак. Ой, зашел, а там страшно. Там же где все. Полегли. Я туда точно не пойду. Вот красноголовый куда-то чешет. Не, я туда не пойду. Это без меня. Ну, привет, Серка. Да уж виделись. Блин, это колесико. А, у меня кто-то почему-то взял себе пистолет и печаль. Да, вот это тоже очень огорчает. Цельтесь вы, главаря? Что? Серка, у тебя за спиной я. Это угроза? Это намек. Почему я подох? Вот объясните, а? О! А, понятно, почему я подох. Понял, почему. Да. И мое восклицание. О! О! Потому что красная головка, блин, не защищает нифига. Он же тут прошел, да? Он его видел. Ты же скажи этому учкудуку, чтобы зоркий глаз свой. О, там кто-то есть, Андорка. Видел? Или убил? Взорвал. Я иду и одновременно карту смотрю. Угу. Слышишь, что говорят? Стреляйте в них. А поговорить никто не просил? Ну убивай его! Ой, там еще один. Как зайчики. Ой-ой, было страшно. А откуда это? Снизу, что ли? А, справа там было что-то.
Ух. Мама. Какие люди, да? Мама, сколько их тут? Да нет, больше никого. Их тут еще один был. Их тут... О, мама, сколько их тут? Еще один. Ой, где я, кто я? Глюки, глюки. А, за что подрятаться? Сколько выпуклостей. Где я? А, все, понял. А, черт, такой перезаряжаемся, он выходит, печалит. Целься в голову, говорят. Да, вот здесь. Иногда укрытия работают неадекватно. Это я, Андор, не стреляй. Да убить его мало. Подожди, Левыч один остался? Да. А вы что, не возродитесь больше? Все, вон все перед ним. А, не, вот. А, нет. Чингачгук появился. Дорка бегает. Цель, кажется, там кто-то был. А, меня он... Да, я сплю. Это фиаско, братан! И что это было? Что это быстро было? Так, что, вы все сдаете, что ли? Нет. Пока не затащите, не дайте оружие поменять. Меняй. Нельзя во время игры. Тогда не меняй. Хоп! Чуть-чуть. Лай-лай-лай. Не, натопись. Ого, бегут. Его убили. Его убили. Такие возгласы, конечно. Не блин, Андор. Блин, Серка. Задолбали. Ну всех убил. Все. Сначала Ливыч, потом это. Вам не хватает 40 противников, да. Серка, уйди от меня, я честно скажу. Честно, если приблизишься ко мне, я буду стрелять. Сюда иди! Ой, это враг! Блин, он еще слепуху кинул. Я нечаянно убил. А Андорыч двоих сразу. Это тоже нечаянно? Это было комбо отвалить. Я заметил, что прям... Это был намек. Подготовка была такая профессиональная. Ой. Все, краснолицый, иди сюда. Бежал? Ты это кому? Ага, есть тут один. С красной лысиной. Как так они быстро убивают? Сад... Я кого-то вижу. Чувак на веревке был. Ух, там война. Серега, стреляй, ты че, ёба, стоишь там, противники. Не, я не такой, я пацифист. Я как-нибудь без этих ваших убийств. Я по мирному договориться мог, парни. Ну иди, мы эти цветочки в стволы поставляй. Пистончики в стволы? Цветочки. На прилавок бросил. Это в свой стреляет?
Это свой, Сереж. Думаешь? Надо проверять. Ну, обычно как? Кидаешь гранату и проверяешь. Не, выстрелом в голову, если потом крики в ТС-ке, значит свой. Из чего сделаны эти картонные стены? Из картона. Хорош. Давай, доска сверху упала. Что? Где? Как? Кто? Вот и я тоже интересуюсь, как так-то. Ребята, это даже был не я. Ну это бы... Если был бы ты, все бы объяснимо было бы, но... Ой, блин, стекла много, много стекла. Бронестекло какое-то. Откуда он вообще пришел? Дядька, держи. Что, сзади? Оборачиваешься, видишь морду, умираешь. Вылазь давай. Вылазь давай, говорю. Как он мне попадает? Так надо это стрелочку в бок нажать, чтобы точнее. Чтоб выглянуть. Да. Ого. Фух. Я прям профессионал. О, их двое. Один. Хоть бы не убили, там свой. Хоть бы не убили, хоть бы не убили, хоть бы не убили. Это ты к своему идешь. О. Что, может поверх спустить? А, вот это я царь. Стабильность. А главное стабильность, товарищи. Сереж, объясни, пожалуйста, что тебе эти двое сделали? Они меня два раза убили, видишь? Я каждому отомстил по мере их виновности. Так как один... же это? Поставь правую щеку там. Ну нет, вот, видишь, прегрешение их. У нас две щеки. Смотрите, врагов было 40, а мы убили 20-37 только, а где трое делают? А трое это на это, друг друга были, убили, которые... Нет, врагов было поменьше, 35. Просто некоторые козлы, это самое, ну да. Так вот как фраги набиваются. Да, вот так вот. Кроме 35 противников, у тебя есть еще 3 фрага, ё-моё, конкретных. Так вот, поняли, почему Андорович такое звание высокое имел в самом начале? Потому что он дружит со всеми, да, он любит. Да и так проще, конечно. Да, давайте на сегодня все, потому что 4-5 часов, боже ты мой, 5 часов. Товарищи, это мы слишком уж проверили стрим. Очень это хорошо. На сегодня приглашаю короче, до 194 выпуска. Спасибо за компанию. Счастливо. Было прикольно. Даже очень. Пока-пока. Пока. Бай-бай. Сдаётся, да? Ну...
Ух ты! Да ты красавец! 6-1! 6-1! 2-2! Кто там говорил, по пружинам надо прыгать? А у меня вот никогда девушки не было. На самом деле, я очень часто встречала людей, которые познакомились на свадьбах или на каких-то праздниках. То есть, когда люди... Поздравляю! Поздравляем! И вот в таких очках... Таковая, играют все желающие. Кто? Полный мануал. Да, непонятно, лучше просыпаться овощи. Как это овощи? Ну вот поели, теперь можно и поспать.